Девчонки, всем привет еще раз. Хочу в таком влоговом видео снять просто свои косметички, которые я с собой беру. Это вот такая вот одна большая дорожная и две вот такие маленькие. Брать мне их с собой или нет, потому что у меня будет рюкзак, и мне нужно будет положить в него вот эту уходовую косметику и косметичку, и вот такую вот декоративку. А вот эти вот две большие пойдут у меня в чемодан, либо в сумку дополнительную, так как места немного. В общем, придется еще от некоторых вещей из чемодана избавиться, потому что очень много я туда натрамбовала. И вот эти вот уже косметички не влезают туда. Так, ну покажу вкратце. Здесь вот у меня в такой дорожной, именно большой раскладной, лежат вот кисти. Здесь у меня все именно бальзамы, которые я когда-либо покупала. Carmex, Nivea и Oriflame. Здесь у меня тоже куча-куча бальзамов для губ. Вот спонжи взяла, забрала. Масла у меня различные. Масло ши, репейное масло. В общем, куча-куча разных масел. Я все эти масла беру без картонных упаковок, беру только инструкции к ним, дабы не забыть, что, зачем и как, где можно применять. Так, вот кокосовое масло, касторовое, для снятия маникюра у меня здесь средства. Здесь в основном такие вот бутыльки, которые могут перелиться, и я их, в принципе, сюда спрятала. Вот, к примеру, кокосовое масло тоже в таком бутыльке, вот такое вот недавно то, что приобретенное, тоже бальзам для губ. В общем, куча-куча всяких масел, которые мне в принципе могут понадобиться, от которых я не хочу избавляться, так как не будет у меня первое время возможности на замену себе это все приобрести, поэтому я это все и беру с собой. В принципе, вот это вот и все наполнение косметички. Довольно-таки она объемная и большая получилась, потому что много-много всего. Так, в этой косметичке у меня это одно уходовое средство. В этой косметичке у меня в основном такие вот все косметические средства, которыми я пользуюсь как бы на данный момент. Есть некоторые запасные средства, это вот как корректор, к примеру, новый запасной лежит, многие другие средства, бьюти-блендер, к примеру, там тональные основы, но те продукты, которыми в принципе не к спеху мне пользоваться, те, которые мне очень нужны и могут понадобиться, я вот сложила в эту косметичку. Здесь такие вот палетки теней, которыми я пока не пользуюсь, и они мне не нужны в дороге. Так, еще уходовые средства. Это у меня не поместились именно в эту косметичку. Я их буду прятать сюда, так как, в принципе, объем позволяет. И здесь у меня будут именно такие вот уходовые средства, которыми я буду пользоваться в дороге, если мы где-то будем останавливаться. Не знаю, взяла вот эту вот со спонжами штуку, я не могу сказать, что она супер-пупер мне нужна, но пока, в общем, стоит, может понадобиться. Как бы места, в принципе, у меня в этой косметичке предостаточно, поэтому как бы я могу позволить себе поставить ее сюда. Так, здесь у меня салициловая кислота, вот эти вот два тюбика с кремом, не два тюбика, а две такие вот баночки. Здесь по чуть-чуть их, поэтому я, в принципе, даже не знаю. Может быть, я их пересыплю в вот такие вот две баночки, а остальное допользую сейчас. Я, в общем, не знаю еще, как поступить, потому что вот эти две боди, конечно... Потому что вот эти две боди, конечно, брать с собой, это, мне кажется, преступление даже. Беру такой ночной бальзам сюда. Здесь у меня умывалка обычная от зеленой аптеки, которую я часто показывала. Так, здесь вот тоник, который я показывала уже в пустых баночках от
Avon Solutions. Дальше у меня спрей для лица от Oriflame, по-моему, Oasis. Это у меня спрей для волос, вот такой вот. Поэтому я не знаю даже, брать вот этот бутылек или нет. В общем, выбросить, наверное, его надо. Ополаскиватель для полости рта. Крем ночной. В качестве ночного я беру для век. И здесь еще вот такая миниатюрка. Масло от Garnier. Я еще тоже буду сейчас это все перебирать, потому что, блин, как-то места не хватает. Надо все-таки как-то и вещи взять, и чтобы все поместилось, то, что именно необходимо. Еще некоторые продукты я положила с коробочками, вот так вот в коробочках. Вот, тоже, наверное, вот это вот все от коробочек избавлюсь, дабы не захламлять. Кстати, не показала вам обычные вот косметические продукты, которые я использую на каждый день. Да, я, конечно, буду избавляться от некоторых продуктов, потому что заканчиваются, вот, к примеру, 2 BB-крема. И не знаю, какого, насколько хватит. Этого я знаю на один раз, может быть, на 2 хватит. Этого на чуть больше, поэтому я их, в принципе, 2 сюда и бросила, потому что я не знаю, действительно, где и сколько дней мы будем пережидать, пока мы уедем в пункт назначения. Здесь вот тоже SPF-защита. Тоже она у меня не как уход идет, а именно как декоративное средство, там тени на всякий случай. Кинга тушь, 2 туши я положила сюда. Ну, наверное, я как-то вот почищу все-таки эту косметичку. Надеюсь, это все влезет и в чемодан, и в рюкзак. И тот же фотоаппарат хочу взять, и салфетки большую пачку, и, в общем, надо очень много-много всего. И еще мы берем с собой аптечку, это тоже я буду ложить к себе в рюкзак. В общем, рюкзак у меня, наверное, оторвет все мои плечи. Бинт такой именно, как он называется, эластичный потом. Таблетки от головы в основном я взяла, цитрамон, какие-то мои такие вот женские, тамипул, потом лейкопластырь, ватка. И в основном такие герпевир я взяла, от кашля таблетки, от температуры. Какие-то такие, знаете, стандартные таблетки, ничего там сверхъестественного не брала. Да, еще чуть не забыла, еще из такого относящегося к косметике, вот буду брать кисти с собой. Положила их в этот чехол, кисти, которыми я уже, в принципе, пользовалась, я их заберу с собой. Так, и все-таки я решила ту банку, которую я показывала вам со спонжами, оставить дома и взять обычную с... пакетики, обычные спонжи. Так, и еще я пересыпала вот эти 2 крема, вот это вот допользую, что допользую, а что выкину уже остатки дома здесь, чтобы банки не вести с собой. Я пересыпала вот в такие вот миниатюрки, получается, подписала тоже там дневной, ночной, и тоже пересыпала вот такую миниатюрку. Это у меня с под базы под тени. Баночка освободилась, и я взяла вот, в принципе, тоже немного места тюбик занимал, ну так еще больше экономия места. Тоже избавляюсь, потому что так, в принципе, оставалось там совсем чуть-чуть. Вот здесь баночка 3 грамма, вот 3 грамма здесь, в принципе, и оставалось. Я вот пересыпала, будет мне ночной уход для век. И места там, конечно, еще свободного в этой уходовой косметичке дофига и больше. Может быть, даже совместим, сделаем одну косметичку и парня, и мою. В принципе, это и все, что я вам хотела показать. И спасибо всем за внимание. До новых встреч, до новых видео. Пока!